Почему от метода мыть газетой лучше отказаться или 6 проверенных способов по уборке? Наши бабушки были уверены, что уборка – дело нехитрое. Всего-то нужна вода с тряпкой, сода с уксусом. С таким арсеналом все отмыть до блеска можно. Сегодня появилось множество чистящих средств. Разобраться в них гораздо сложнее. Да и оказывается, даже бабушкины советы по уборке не всегда полезны. В этом обзоре мы рассмотрим, как по-настоящему эффективно проводить уборку в доме. Не распыляйте моющее средство на грязную поверхность. Возьмите за правило наносить моющее средство на губку или салфетку и только после этого наносить на загрязненную поверхность. Почему эксперты рекомендуют делать именно так? Во-первых, некоторые чистящие средства могут быть слишком агрессивными. Так вы за секунду испортите поверхность. Во-вторых, если проводить распыление с большого расстояния, то велика вероятность, что химические вещества могут вызвать аллергическую реакцию. Не мойте окна в солнечный день. А мы всегда делали наоборот. Кажется, что дни, когда светит солнце, идеальны для мытья окон, но на самом деле это не так. В летнюю жару окна нагреваются. И как только вы наносите моющее средство, оно моментально испаряется. Все это чревато некрасивыми разводами на окнах. Для генеральной уборки выбирайте хмурый день, когда нет прямых солнечных лучей и можно хорошо помыть окна. Мойте изделия из нержавеющей стали. Правильно. На какое изделие из нержавеющей стали вы моете? Придерживайтесь простого принципа. Избегайте круговых движений. Именно после них на посуде и мебели остаются некрасивые разводы, когда поверхность высыхает. Чтобы все было идеально чисто, не используйте абразивные губки, а проводите чистку мыльным раствором, а полируйте полиролью для мебели или оливковым маслом. Вытирайте зеркало газетой. Зеркала и окна наши бабушки мыли и вытирали насухо старыми газетами. Так они боролись с разводами. Конечно, в эффективности способа, проверенного десятилетиями, можно не сомневаться. Но стоит помнить, что газеты при намокании могут оставлять следы от краски на поверхности и ваших руках. Гораздо лучше использовать крафтовые пакеты. Так вы повторно используете ненужную вещь и не будете пачкать руки и стекла. Не чистите уксусом каменные столешницы. Мы привыкли к тому, что уксус – универсальное средство, которым можно очистить многие загрязнения. Одна из поверхностей, на которых не нужно экспериментировать – это каменные столешницы и рабочие кухонные столы. Уксус разрушительно воздействует на этот материал. В результате могут остаться следы на поверхности. Пользуйтесь средствами, которые помечены как безопасные для натурального и искусственного камня. Мойте ножи вручную. Если вы пользуетесь посудомоечной машиной, то не закладывайте в нее ножи. Гораздо лучше чистить их обычным мыльным раствором или жидкостью для мытья посуды. После мойки обязательно сразу вытирать, чтобы не появлялась ржавчина. Так ваши ножи будут оставаться острыми. Не мойте антипригарную посуду в посудомоечной машине. Антипригарные кастрюли и сковородки тоже лучше мыть руками под проточной водой. Для них не используйте абразивные металлические губки, а также агрессивные средства. При машинном мытье кипяток может разрушить покрытие. Используйте теплую воду, комфортную для рук, и ваши вещи прослужат вам действительно долго. Спасибо, что смотрели это видео. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч, пока-пока!